Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о мультфильме «Симпсоны». И они предсказатели. Очень много какие-то события у них свершились, осуществились. Но будем говорить, они ясновидящие. И я хочу открыть рубрику «Симпсоны сказали». Ну, вроде никто из гадалок или гадателей не говорит на эту тему. Я буду первая. Вот. Так что это моя идея. И вот мы сейчас у Симпсонов спросим такой вопрос. Они сказали в одной из серий, что эпидемия, голод, война грядет в ближайшее время. Но они сказали, это будет на 2020 год. Но эпидемия как бы вроде бы и началась, хотя такого кошмара в начале 2020 году и не было. Но все началось именно в этом году. Сейчас у нас 21 год, и накануне у нас 22 год, год тигра. Значит так, у нас выходит эпидемия, потом голод и война. Так, карты Таро. На 2022 год. Год тигра. Ну, эпидемия. Опять я повторяюсь, да? Смотрите. Раз, два, три, четыре. Симпсоны сказали. Эпидемия. Голод. Война. 20-й год. Голод. После эпидемии, потом война. Ну, мы уже знаете, как переиграть. И что вот карты скажут, то я и скажу. Может, они какую-то историю там могут нам описать. Так, теперь смотрите. Что скрывает слово «эпидемия»? Эпидемия. Что дальше с этой программой? Голод. 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 Здесь мы можем увидеть, кто первый. Или война, или голод. Знаете, как это тоже может быть. Голод, потом война. Но вот эпидемия, я думаю, сначала война или голод. Или что-то одно из двух. Так, теперь война. Симпсоны сказали, что грядет эта тема. Так. И вот война. Так, начали. Хороший сериал, интересный. Значит так, смотрим. Эпидемия. Это жертвенность. Мы видим повешенного. И в эту программу включены деньги. И вырубка, да? И уничтожение людей. Деревья, люди как деревья, и деревья как люди. Так. Голод. Голод. Марс, Марс. Как говорится, смотрите, не привыкать голодать, да, человечеству не привыкать голодать. Значит, были какие-то времена. Война. Вот она, война. Вот 15-й аркан. Господи, надо же такой выйти. Наверное, так оно и... Карты характеризовали, да? Так, теперь открываем дальше. Что-то мешает мне. Так, что скрывает голод? Ой, эпидемию. Эпидемию. Так.
Голод, разруха. Огороды, сады, фермы, все разорено. Да. Две силы. Папеса, 16 аркан и 19 аркан. Так, война. Война на подходе, да? Значит так, смотрите, тут получается стихия вода, 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 земля и воздух, H2O. Получается H2O. Так, раз, два, три, четыре. Чтобы эпидемия пошла в ход, она в подвешенном состоянии фиксируется во множество тысячу раз или миллионы раз, и она делает деньги. Вот так вот. Получается, эпидемия, вот жертвенность, да, это ничего личного, это только деньги. Ну, это лекарство, не лекарство. И все это комплексно. Комплексно для каждого государства. Ну, Сатурн – это семья. Комплексно. Так, теперь. Так, голод. Голод. Разрушение. Марс, да? Жечь. Огонь, 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 огонь. Голод искусственный. Уничтожается, и он идет смело, не боясь ничего. Тут бесстрашие. Получается, чего бояться, когда уже все пошло в ход. Голод уже пошел. Ну, голод уже пошел, да? Голод, получается, имея свою силу, он искусственно уже пошел. Вот так вот. И чему вы... И чего радоваться? Радоваться нечему. Голод уже пошел. Ну, вот как бы многословие, да, с моих слов, да. И эти события будут после каких-то ярких дней. Ну, можно так сказать. В общем, получается, на 2022 год начинается голодовка. Вот. Теперь война. Война – это Уран, смотрите, шут. Это будет чуть позже. Ну, так читается. Это будет чуть позже. Война. И война может принести... привести людей в бегах. Люди бегут. Значит, война приведет к беженцам. Это бежать. Значит так, фактически все уже началось. Да, вот так можем сказать. Эпидемия по-своему зарабатывает деньги. Голодовка уже в недавнем прошлом началась. Или уже оно и было. Потому что не привыкать, да, это получается, оно и было, и есть, и будет. Человек никогда сытый не может быть, ему все мало. Кому-то колбасы мало, а кому-то на хлеб не хватает. Вот, и вот она, ах, война, что ты подлая сделала, да. Вот, и получается, она будет чуть позже, и будут много беженцев. Люди будут бежать, куда глаза глядят. И эти события могут быть после ярких дней. Ну вот вообще все вместе я так и сказала. Вот. И эта война будет проигрышная. Ну, вы поняли, да, проигрышная.
она будет не наша и не ваша, и победителей нету. Будут только, получается, беженцы. Это, получается, люди будут перемещаться из одного округа в мирный округ, или военных действий в мирные города. В общем, вот так вот. Вот вам и Симпсоны. Симпсоны сказали правду, и карты подтвердили. Вот, что эта тема уже пошла. Напишите, пожалуйста, что же можно еще вы хотите узнать, что сказали Симпсоны. Я вот так меня осенило на днях. Думаю, дай-ка будем работать с Симпсонами. Вот я, ребята, эта семья очень такая вот дружная. Гомер там, жена у него, дети. В общем, хороший сериал. Так что пишите комментарии, будет очень приятно. Распространяйте, пожалуйста. Вот, подписывайтесь. В общем, у нас еще много вопросов по поводу семьи Симпсонов. Все. Но это очень печальный расклад, конечно. Голод-то фактически уже идет. Потому что, смотрите, если уже он и был недавним прошлым, оно уже все рушится. Потому что мы едим? Алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Это песня Цоя, да? И мой порядковый номер на рукаве. Поняли, да? Пожелай мне удачи. Вот можно так сказать. Вот по этим картам, что Виктор Цой жив, и Виктор Цой прав. И его слова пророческие, вернее, его песня пророческая, вот здесь вот и вышла. Мой порядковый номер на рукаве. Алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Пожелай мне удачи. Все. Я вам желаю всем удачи, всех вам благ. Благодарю за просмотр.